Ребят, всем привет! Время уже, наверное, около 3 часов дня. Я только что выбралась в магазин. Сейчас нет никакой определенной цели. Хочу сходить посмотреть, может быть, сумку к школе. Ну и так, если во что-то влюблюсь, в какую-то шмотку, то возьму, конечно. Просто не хочу дома сидеть. Напялила на себя новые свои туфельки. Иду выгуливаю. Ребят, мы приехали на дачу. Дома было снимать абсолютно нечего. Сейчас вот только что приехали. Еще папа там не заехал в ворота. Мы с Хатчиком идем по улице гуляем. Сегодня покажу вам, у меня племянница очень любит с Хати гулять. Я вообще стараюсь прививать ей любовь к животным, потому что я считаю, что с любви к животным начинается любовь к людям. Поэтому я очень хочу, чтобы она любила и собачек, и блошек всяких, мошек, зайчиков, не знаю, кошечек. В общем, все живое, растения. Так что мы с ней пытаемся Хатечку выгуливать вдвоем. Она ее ведет, очень любит с ней гулять. Ну, а я сейчас буду розочки свои подкармливать, вам покажу, какие у меня розы. Но они пока еще, правда, не распустились до конца. Как раскроются, я вам обязательно засниму. У меня розовая, сейчас с бутоном двухцветная. И цветет одна парковая. Но она уже цветает, правда. Но я вам покажу все равно. Алина. Хати, вылези оттуда. Она ворует перцы, срывает прямо с куста и ест их. Ты скажешь, сама ешь, а мне что? Ну я же не собака. И мне хочется. Ну мало ли что ей хочется. Смотрите, мы сейчас пойдем гулять на речку. Вон Елизаветкин с Хатькиным. Мама с Сережей, с Елизаветиной папой снимают там яблоки. Вот они, сейчас к ним пойдем. Да ничего. Стоите? Да. Елизавета, ты любишь Хатчику? Да. Пошли. Пойдем. Да. Да. А, Хатечка не хочет с тобой идти рядом. Подожди, она может в туалет хочет. Хать, вылези на асфальт. Красиво, солнце так заливает. Мы так на речку просто пройдемся. Куда ты собралась? Сиди с Хатечкой. Пойдем. Смотрите, какие два носа. Она не просила, Ульяна, я видела, она убежала. Я не знаю, как на наш юг завлечь. И всякие утки пускают. Там всякие ехать не хотят. Все так страшно и прочее. Пусть пускают. Я, например, хочу, чтобы Хатька покупалась. Соня. А что там? Кто на ручках у тети катается? Маленький. Где мы с тобой? Да, там. Скажи привет, помаши привет, привет. Полчаса. Я думаю, часа два, не меньше. А когда останавливать? Когда хочешь. Но она, это видео? Конечно. Ба, все, у меня голова закружилась, ба. Хорош. В общем, мы сели в машину, Елизавета сегодня будет ночевать у нас. Сейчас уже поедем домой скоро. Хватит лазить по сиденью, ты пачкаешь его. Мы только что вернулись домой. Я буду заканчивать, наверное, свой влог. Я надеюсь, что вам он понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!